Дорогие девочки любого возраста, я хочу поздравить вас с нашим чудесным весенним праздником и пожелать всем радости, счастья, солнечных улыбок. И чтобы, несмотря ни на что, вы всегда умели находить красивое, доброе, волшебное в тех мелочах, которые нас окружают каждый день. Сегодня мне хотелось бы поблагодарить всех-всех вас за то, что вы смотрите меня, за то, что вы подписываетесь на меня, за то, что вы общаетесь со мной, комментируете каждый день мои видео, задаете вопросы, пишете что-то о себе, рассказываете о своих зеленых питомцах, о своих фиалках и не только. Мне это очень интересно, и таким образом у нас здесь создалась такая небольшая своя цветочная компания, в которой мне очень приятно находиться. Я каждое утро просыпаюсь и первым делом проверяю, какие новые комментарии появились на моем канале. Это для меня самое интересное. Ну и в знак благодарности вам за то, что вы настолько меня поддерживаете, вдохновляете каждый день, я вот думала, чтобы вам такое подарить интересное. Конечно, я так думаю, что вам бы хотелось получить от меня какое-то красивое растение. Но, к сожалению, растения не разрешают пересылать в международных пересылках. Поэтому я думала, чтобы я такого могла вам подарить, да, что не было бы запрещено в пересылке. Вот. И мне захотелось подарить вам книгу. Я выбрала вот такую замечательную книгу о фиалках. Я ее очень люблю. Это книга Бориса Михайловича Макуни, известного российского селекционера, который занимался селекцией синполий еще в Советском Союзе давным-давно, когда у нас таких чудесных разнообразных сортов, как сейчас, еще и в помине не было. И то, что создавал Борис Михайлович, это действительно целый мир ярких красок. И я помню то время, когда о нем писали статьи в газете «Семья», в газете «Труд». Вот, я читала эти статьи, и мне было интересно, как этому человеку со всего Советского Союза приходят письма, ему заказывали листики фиалок, и но это было настоящее чудо. И в этой книге вы найдете его многолетний бесценный опыт. Конечно же, многое поменялось с того времени, да, у нас уже появились какие-то новые, удобные и не такие сильнодействующие препараты, да, допустим, из химии. Или никто уже не травит клеща, допустим, опусканием, да, окутанием фиалки в горячую воду. Но основные принципы, конечно же, не поменялись. Плюс здесь вы найдете красиво иллюстрированный каталог некоторых сортов макуни. И в конце книги вы еще сможете увидеть описание нескольких растений из семейства гиснериевых, родственников фиалок, да, таких как галаксинии, таких как эписции, ахименесы, сининги. Я надеюсь, что вам эта книга понравится и принесет не только эстетическое, да, удовольствие, но и пользу. Итак, что же нужно сделать для того, чтобы поучаствовать в конкурсе и выиграть эту книгу? Для начала нужно быть подписанным на мой канал, поэтому если вы еще не подписались, то нажмите красную кнопочку под этим видео и подпишитесь. Затем поделиться этим видео в любой социальной сети и заполнить небольшую анкету, которую я разработала, чтобы у меня сразу уже был готовый список всех участников. Ссылка на эту анкету будет под видео. Там буквально 4 вопроса, но для меня это важно, потому что у меня уже сразу будет формироваться готовая табличка. И в комментариях под этим видео напишите, каких тем не хватает на моем канале, чтобы вы хотели увидеть еще. А итоги мы подведем через 10 дней с помощью сервиса Random.org. Еще раз спасибо вам всем за то, что вы со мной. Приятных вам праздничных выходных. Участвуйте в моем конкурсе и выигрывайте!